Так, привет, друзья революционеры. Обзор еды очередной. Дешевый из разных ларьков. Потому что сетевые магазины, они сильно завышают цены. Но кто смотрел предыдущие, уже помнит, какая разница огромная. Например, укроп и петрушка стоила 19 рублей, а в сетях, в всяких лентах она 30, 40 и даже 50 рублей. Может быть, даже и дороже уже стало. Хотя они все покупают с одного места. Ну, грабят. Как могут все друг друга в России. Обычное дело. Так, что у меня тут есть интересного? Перцы я уже показывал. Я решил еще добавить немножко Так, выключился диктофон один. Да. Ну, запишу звук на второй. Ладно. Так, он-то записывает хоть. Да. Что-то одна батарейка в зуме, и она дохнет очень быстро. Так. Эти манго я уже показывал. Не буду долго их описывать. Они еще даже подешевели. Были 29, это 22 рубля. Выбирать их нужно, чтобы они не были сильно мягкие. А то, когда они мягкие, они уже... Ну, можно съесть, конечно, но уже там в труху они прям разваливаются. Опасно, могут быстро сгнить. Но нам все-таки нужно купить подешевле, а не гниль-то. Гниль-то нам особо не нужна. Так, ну я не знаю, вскрывать этот. Может, потом его вскрою. Так, перец. Такой симпатичный. 60 рублей килограмм. Он, конечно, мятый немного. Так, сейчас я уберу. Вот он такой мятый. Но надо смотреть, он может быть сильно гнилым. Осторожно надо выбирать. Так, сейчас я попробую. Неудобная, конечно, коробочку надо было, чтобы мусор не скатывался. Так, сейчас. Болгарский перец называется, где выращивается, я даже не знаю. Наверное, где-то свалилось все. Где-то, наверное, в Сербии. Так, внутри черноты я не вижу. Все отлично. Но может быть. Но он здесь может подгнить внутри. Будьте осторожны с покупками. Так, сейчас уже мусор начал разлетаться. 4 минуты. Ну, я просто не тороплюсь. Яблоко сорт. Я не знаю. Но выглядит симпатично. 40 рублей. Вкус, не знаю, сейчас попробую. Так. Хотя я особо не люблю яблоки. Нормальный вкус.
сладкое, такое полусладкое яблоко. Так, ну это такие же манго, весят они грамм 300-400. Так, это уже побит с этого края. Такие вот мандарины появились. По-моему, они египетские. Так, как-то неудобно. Маленький столик. Так, сейчас подвину. Так. Чтобы интереснее было, тогда я открою еще. Посмотрим, что внутри. Потому что часто бывает симпатичное, а внутри какая-нибудь гниль. Так, ну это не выглядит. Мандарины выглядят нормально. У них косточек дофига внутри. Но это не страшно. Стоили они 40 рублей. Ну, зашибись, как картошка. Цена отличная. Так. Вкус нормальный, отличный вкус. Но в этом я вообще не вижу в них дефектов. Просто отлично. Вот эта фигня, конечно, мятая. Такие вот манго. Надо быть осторожным, покупая. Так. Ну, такие помидоры. Что это оно? Погас. Этот погас. Вспышка погасла. Помидор, как я понимаю, это парниковый. По-моему, наш российский. Мега цена отличная. Сейчас самый дешевый 90-100 рублей. Этот вот 40 рублей. Причем он еще какой-то как сливовидный называется. Который подороже продают. Ну, я не знаю, есть ли смысл его вскрывать. Выглядит нормально. Ну, вскроем, если уж я придумал, что буду вскрывать все. Для интереса. Да, нормальный вкус. Ну, все-таки мне кажется, он парниковый. Ну, это и неплохо. Какие-то помидоры. В земле растущие, это редкость вообще, как я понимаю. Это только депутаты-паразиты жрут. Сорт яблок я не могу сказать. Ну, похоже на какой-то нормальный сорт. Так, все я показал. Единственное, манго не вскрыл. Давайте тогда его еще вскрою. Сейчас я это отложу. В сторону. Так, сколько? 9 минут. Ну, чем больше, тем лучше. Так, что это? С него натекло, что ли? Понимаю, это вода. Ну, я помыл как бы уже их. Сейчас посмотрим, что внутри. Конечно, он... Но руки пачкаются.
Манго. Так. Вообще манго стоит, ну, для меня дофига, 200-300 рублей килограмм. Здесь, если 400 грамм 22 рубля, то получается 400 грамм 44, еще 10, 50 рублей, блин, круто. 6 раз дешевле. Так. Ну, уже мягкий, конечно. Мягкий стал. Сейчас попробуем. Зашибись. Сладкий. Отлично. Отлично. Прикольный. Прикольный фрукт. А, перец я не попробовал. Ну, давайте тогда перец еще попробую. Если я все сейчас буду пробовать. Если я решил все уж пробовать, тогда перец. Давайте попробуем. Что он может быть? Да, потухший тоже. Что-то как бы нормальный, но как будто не сильно сладкий. Тут я не пойму никак. Могу распробовать. Вроде как пресноватый, мне кажется. Как бы сладким должен быть. Так. Ну, повалялся, видно. Немножко вкус потерял. Не пойму. Ну, как бы не сладкий такой, пресноватый. Не то, что сгнивший какой-то, но, видно, уже свежесть потерял. Телефон, что-то это 4 гигабайта видео, что ли, снял и оборвал. Я не успел закончить. Наверное, уж подцеплю потом. Нормальный вкус, но немножко мне сладости не хватает. Так, зашибись. Перец. Хотелось бы немножко, чтобы он послаще был. На этом все. Спасибо, революционеры. Был обзор еды очередной. Отличная еда, прям сейчас вот в этом обзоре прям меня все порадовало, все, ну прям без недостатков. Ну, есть небольшие недочеты, но это мелочи. Всем спасибо. Записывает. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Ну, долой государство поганое, фашистское. Всем пока.